Вот, товарищи, мы с вами зашли в магазин, где изготавливают шелк. Точнее, не изготавливают, а продают. Но тут, перед входом в магазин, показаны макеты. Эти кокончики, из которых берут шелк. Вот они такие. Что ж интересно. Именно процесс изготовления шелка. Что из него получается? Это в этом магазине продается натуральный китайский шелк. Больше вы нигде в мире, кроме Китая, не сможете купить. Как собирает этот шелк. Вот, продают его по всему миру. Очень интересно.